Всем привет, и сегодня я покажу вам, как устанавливать клиент на Майнкрафт. Например, вы установили себе Майнкрафт 1.4.6. И потом вам захотелось поиграть в ранние версии, там, в альфа или в бета, или в 1.3.2. Ну, вы поняли меня. И вы хотите в это поиграть, но у вас не получается, когда вы устанавливаете этот клиент, у вас все равно включается 1.4.6. Я вам покажу. Вот мой Майнкрафт. Мы по нему нажимаем. Нажимаем свойства. У нас открывается вот такая вот панелька. Нажимаем найти объект. Мы появляемся вот в таком вот беспорядке. Находим ваш клиент, который вы собираетесь, что, например, вот это альфа-версия 1.0.14. Это альфа-версия Майнкрафта, и я, например, хочу в нее поиграть. Я копирую все, что есть в этой папке, в папку там, где у вас Майнкрафт 1.4.6, ну, там любая версия может быть. Вот копируем. Все копируется. Ждем. Так, что-то. Вот. Открывается вот такая вот папка. Ну, такая вот панелька. Нажимаем «Да» для всех. Все копируется. И все. Вы можете закрыть все панельки. Заходить в игру и играть спокойно. Спокойной душой. Вот мой ник Суслик. Кстати, теперь я буду представлять себя не Ярик, а Суслик. Теперь мое имя в Майнкрафте будет Суслик. Вот открываете. Сейчас загружается. Ранние версии Майнкрафта, они долго загружаются. И теперь вот. Вот. Вот, нажимаете, выбираете тут любой мир. В альфа-версии нельзя делать там творческий, всякий такой. Ну и вот, наслаждайтесь игрой. Думаю, я вам все показал. Если вы не верите, вот сейчас загрузится. Ну, все загружается, загружается. Вот. Альфа-версия 1.0.1.4. И все, вы можете наслаждаться игрой. Тут как раз зима. Прям подходит к Майнкрафту. Вот сейчас, сегодня же Новый год, и в этом Майнкрафте тоже Новый год. Вот видите? Тут елочки растут, все такое. Ну все, я вам показал, как устанавливать клиент на Майнкрафт. Всем удачи! Пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Суслик.